Ё-моё, да, вот это вчера хорошо я погулял. Нет, так не пойдет, надо идти бизнес делать. А, там Дуля, подожди, так я вроде нормального какого-то человека превращаюсь. Ух, сколько я пробухал вчера. Пожил бы ты моё, мы бы с тобой пообщались, да. Привет, меня зовут Илья, это YouTube-канал Дневник Утра, и сегодня пообщаемся о трудной жизни трезвенника. Хочу поделиться с тобой своими мыслями. Да, кстати, кто со мной не знаком, меня зовут Илья, и с 16 июля 2018 года я бросил бухать, бросил курить и начал вести здоровый образ жизни, да, то есть перестал себя систематически просто травить. И сегодня уже 19 апреля 2019 года, то есть уже больше, чем полгода я... Так, сейчас сразу не посчитаю. В общем, даже, кстати, уже перестал считать дни. Вначале я реально считал каждый день, чуть ли не каждый час, когда я просто отказывался от этого, от этих негативных привычек, да, и, ну, даже у меня есть с самого первого дня по 200-й выпуск на канале, это 200 дней, когда я каждый день просыпался, снимал выпуски, просто чтобы выпутаться из этой жопы, да, из там, этих негативных привычек и показать остальным, что это реально возможно. Да, и, кстати, сейчас может быть такое, тебе сейчас там 40+ и тому подобное, и ты такой сидишь, попиваешь водочку и думаешь, эх, сопляк, что ты мне рассказываешь, да, и такой, типа... Пожил бы ты моё, мы бы с тобой пообщались. Да? Если ты так делаешь, да, если ты систематически бухаешь, там, куришь, не куришь, то такое дело. И вот с таким мышлением, да, подумай о своей семье, если она у тебя, конечно, еще осталась. Ну, собственно, не об этом, да. Нас такие люди не интересуют, которые бухают, да, и ищут оправдания тому, чтобы дальше продолжать бухать. Давай вернемся к нашей теме. О тяжелой жизни трезвого человека. Какие минуса, собственно? Да, минуса самые первые. У тебя нету выходных, как раньше. Ну, ты когда раньше бухаешь, куришь сигареты, у тебя 100% есть 1-2 дня, когда ты просыпаешься утром, думаешь, ё-моё, да, вот это вчера хорошо я погулял. Думаешь, господи, как бы дожить просто... там час этот пережить, два, когда тебе просто хреново, да, когда тебя травануло до такой степени, что ты даже блевануть не можешь, побежать в унитаз, потому что ты боишься, у тебя, блин, сосуды в голове треснут. Ну, вот такое состояние, да. И, конечно, это замечательный выходной, потому что у тебя была жесткая трудовая неделя, когда ты работал или работала, нервничал, когда ты прям, ну не знаю, там делал какие-то героические подвиги, а потом в пятницу, ну ты можешь же себе позволить, правильно? Ты можешь себе позволить бухнуть. Ну и бухаешь, да, и потом как-то ты просыпаешься в субботу и понимаешь, думаешь, в глубине души ты все прекрасно понимаешь, думаешь, зачем это надо? Ну вот реально, зачем мне это надо? Я больше никогда в жизни к этому не притронусь. И вот это вот мышление, да, вот ты вот так мыслишь на протяжении там, ну, часа, двух, там, пока тебе не полегчает. Как только тебе стало легче, ты опять пошел курить на балкон сигарету, и потом ты куришь первую сигарету, и ты опять, тебе хреново, ты прям летаешь и думаешь, ох, господи, нет, надо под одеяло, надо водички попить, потому что это жесть просто. И идешь под одеяло, ложишься, думаешь, и опять задаешь себе вопрос, думаешь, зачем я это вообще делаю? Зачем я себя травлю? А потом понимаешь, у меня жизнь сложная. Да, у меня тяжелая жизнь, я всю неделю нервничал, и поэтому, да, мне приходится терпеть. Ну, подожди, у тебя болит башка, да, тебе хреново, ты же точно так же можешь, если у тебя действительно такая хреновая жизнь, у тебя выхода другого нету, у тебя есть в комнате 4 стены. Ты можешь одну из этих стен использовать для этого. Я думаю, если ты 5 раз лупанешься башкой об стену, то как бы вполне вероятно, я думаю, мозги у тебя на место станут, и у тебя, знаешь, ну, вполне вероятно, мысли переключатся с проблем на то, что у тебя будет болеть башка. Когда ты не бухаешь, что у тебя этих проблем нету. Ну, да, у тебя нету вот задачи себя изначально убивать. То есть у тебя появляется здоровье, у тебя появляется аппетит, у тебя появляется интерес к жизни. Тебе приходится как бы в проблемах видеть не проблемы, а возможности. Тебе как минимум придется пойти сделать зубы, как я сделал, да, ну потому что ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, думаешь, господи, как я мог с этими зубами раньше ходить? Как я мог вообще не следить за своим здоровьем, да? Ты начинаешь смотреть свой кошелек, и там дуля.
там ничего нет. И думаешь, блин, как я раньше с этим жил? Как я умудрялся раньше с пустым кошельком пойти за вечер потратить там 500-600 гривен, не имея денег? Когда ты вот ведешь трезвый образ жизни, когда у тебя все как бы ровно, то ты смотришь в кошелек, ты понимаешь, нет, так не пойдет, надо идти бизнес делать, надо идти на нормальную работу устраиваться. Ты так смотришь на себя, думаешь, господи, в каких тряпках я хожу, ну что, я так реально хожу? Думаешь, да не, надо, наверное, пойти и купить шмотки себе, да? Такой посмотрел на себя в зеркало, думаешь, так, стоп, подожди, вот это я так хожу, реально, вот это, вот я с этим хожу, ты пошел в парикмахерскую, постригся, и такой в зеркало смотришь, думаешь, так, подожди, так я вроде нормального какого-то человека превращаюсь. И да, тяжела жизнь, да. Пойду, наверное, попью водички и расслаблюсь. Такой в трезвой жизни, такой, ах, тяжелая жизнь, да. И нету вот этих стрессов, когда ты просыпаешься, думаешь, так, открываешь глаза, думаешь, ух, сколько я пробухал вчера. Смотришь так в кошелек, а денег нет, думаешь, ё-моё, а вчера так было хорошо. А сегодня появилась мотивация для того, чтобы как бы вернуть, повозвращать долги. Да, ну и, собственно, все-таки трезвая жизнь, тяжелая жизнь, никому не рекомендую. Это не дай бог, вот реально не дай бог, тебе придется заниматься своей жизнью. Делай свой выбор. Спасибо за просмотр, поставь лайк и напиши в комментариях, что думаешь по поводу этой темы. До следующего выпуска.